Всем привет, с вами Мистер Чейзер, смотрите мой же сплей канал, и сегодня я хочу поделиться своими первыми впечатлениями от игрушки Deadly 30. Ну, что можно сказать об этой игре? Игра по скриншотам и видео геймплейным очень напомнила мне какую-то старенькую игрушку времен 90-х на приставках Sega, либо какую-то флеш-игру, которая сейчас очень много выпускают, вот именно в такой стилистике, зомби там и все дела, тролливали, тили-тили. В принципе, эта игра не флеш-игра, это как бы отдельная игра, она скачивается, устанавливается. Я не знаю, где ее можно купить и можно ли ее вообще купить, потому что лучше игры покупать, чтобы поддержать разработчиков. Но мы сейчас не про покупки, а именно про эту игру, Deadly 30. Давайте начнем новую игру. В принципе, я примерно знаю, о чем эта игра. Нам нужно выжить в течение 30 дней. Причем нам нужно искать ресурсы, искать выживших, оборонять нашу базу и так далее. И нам нужно выжить в течение 30 дней и 30 ночей. Поиграем немножко, минут 15-20, думаю. Посмотрим, что за игра. Мне самое интересное. Вроде как обычная такая стрелялка, не несущая в себе никакой смысловой нагрузки. Играю я, кстати, еще в окне, потому что в полноэкранном режиме игра вообще наотрез отказывается работать. Так, уже геймплей, да? Какое-то здание. Так, двигайся с помощью кнопочками ВСД, либо на стрелочке, ага. Нажми дважды влево или вправо, чтобы прыгнуть. Ага. Используй мышку, чтобы целиться и стрелять. Понятно. Поседать можно? Не, на С вроде нельзя. R для перезарядки, понятно. Патроны, кстати, у нас, как вижу, бесконечные. Ну да, бесконечные. F использовать аптечку. Ага. When you see this icon, please... Ага. О, свет. Светло стало. Удачи в выживании. Нажми на Е, чтобы зайти в магазин. Ага. А сколько это стоит? Что там тут надо делать? Я не понимаю. Магазин, так, броня. Баррикады. А, вот. За вот эти вот ресурсы, граната что ли немецкая, вроде за вот эти вот ресурсы покупаются всяческие приколы. Ботинки, это, наверное, мы будем быстрее бегать. Броня, это понятно, что дает. Забор. И коробка. Зачем нам коробка нужна? Ладно. Удачи в выживании, так удачи. Какие-то трупы. О, кто-то слева орет. Ага, вот и зомби. Представители местной фауны. Меня немного смущает лишь то, что мы ночью начали играть. Нифига не видно. Но это ничего. А, вот. Не на С, а вниз мы жмем. И мы когда... Бы как нам написали, когда мы присели, это вроде бы как увеличивает наш урон и точность. Че, давайте пока тут постоим, эту ночь подождем. Да, это реально повышает мощность. Так, что-то выпало. Металл. Найди его вне базы. Ну, понятно. Выживи свою первую ночь. А что, ночь прошла? Вроде да. Да, день один. Бонусный металл дают какой-то. А ну что это за дверь? А, это мы можем наверх идти. Отлично. Так, у нас рассвет. Давайте пойдем куда-нибудь, не знаю. Снаружи дома. Так, это металл, надо его собирать, да? Окей. А что, мне понравилось? Уже эта игра понравилась. Прикольно. Металл какой-то собираем. Это что такое? Ящик какой-то? Ага, в этом ящике дофига металла. Заберем. Вижу, у нас металл тут базовый ресурс будет. С помощью которого мы будем здесь все делать.
улучшать, покупать и так далее и тому подобное. Так, в голову все-таки урон больше проходит. Это хорошо. И, кстати, у нас еще есть один ресурс, это патроны. Вот куда их тратить, я не знаю. Так, Томпсон. Великолепный американский Томми Ган. Убить голову зомби. Что? Почему тут эти достижения, не понимаю. Зачем они здесь нужны? Тем более такой звук, как будто сейчас не знаю. С какой-то игры этот звук достали, я не помню, правда, с какой. Но как будто что-то очень плохое происходит. Хотя, на самом деле, просто достижение какое-то открывается. Так, кто-то еще орёт. Так, ребята. Не надо тут. О, уже 1000 металла собрали, хорошо. Горы. Ну что, пойдем в горы? Вроде было написано сверху, что день сейчас, а это хорошо, значит, мы можем спокойно двигаться, куда нам хочется. Как только наступит вечер, придется, наверное, бежать домой. Ага, уже. Ага, в ближнем бою мы используем мачете какое-то или ножик, я не знаю. Какой-то армейский нож. Но он как-то автоматически используется, когда мы подходим близко просто. Так, вот сейчас у нас написано, что уже как бы закат. Не, я, наверное, пойду на базу. Кстати, у нас еще прокачка уровня присутствует. Это тоже приятно. Вот сверху отображение того, что у нас все очень плохо. Так, думаю, надо уже назад бежать. Ого! Срочно надо назад бежать. Вы посмотрите, что здесь творится. Как-то быстро здесь дни проходят, а нам нужно выжить 30 дней, а здесь уже как бы первый практически закончился. Да. О, какой-то автомобиль появился. Можем мы на нем покататься? Я-то, конечно, не думаю, но мало ли. Я вижу, они теперь с двух сторон ломятся, да? А ночью нифига не видно, что сзади происходит. Это вот плохо, очень плохо. Здесь жизненно необходимо видеть, что сзади. Кстати, два удара с ножа этого или мачете. Я все не могу разглядеть. Потому что играю в окошке очень маленьком. Два удара с мачете или ножа, и все, враги, трупы. Еще какой-то автомобиль. Разберем мы его на металл. Супер двойной дробовик. Не-не-не-не-не, я, пожалуй, побегу. Тут что-то очень все плохо становится. Что-то нас слишком бить стали много. Надо бежать назад. Времени нет. Сейчас тут всю ночь проведу, сражаясь с зомбями. Так, идите нафиг, товарищи. Мне надо домой добежать. Нет. Мы валим. Темный лес называется локация, в которой мы обитаем. Да хватит ножом рубать, стреляй. Так, вот и дом. А, у нас патроны закончились. Отлично, все-таки они заканчиваются. Давайте так. Томпсон, дробовик. Броня, ботинки. Можно, в принципе, ботинки улучшить нам и взять аптечку. Это нас сделает быстрее? Не думаю. Кстати, бегаем мы с немецким МП-40 автоматом. Время Второй мировой. А, здесь мы тоже забор можем поставить. Это хорошо. Судя по всему, уже тут с другой стороны ломятся. Вот, самый кайф их сверху отстреливать. Мне вот интересно, они могут подняться наверх? Эй, почему ты с ножа рубишь?
Парень! А, патроны? А чё это так быстро заканчивается? Очень быстро заканчивается. Просто пипец, как быстро заканчивается. Понятно. То был не второй ресурс, то был, были наши патроны, которых очень-очень мало. Надо их экономить. Как-то. И ресурсы тратить не на всякие апгрейды, а на патроны. Вот и все, приехали. Патронов нет, а зомби еще куча. Ага. Сохранение идет каждую ночь. Хорошо, но нифига нет этих ресурсов. А, вот, нам дают ресурсы за то, что мы выжили ночь. Хорошо. Тогда магазин. Где за кто нам продает это все? Еще ботинки можно улучшить. Зачем? Ну ладно, аптечка есть. Патронов дайте мне быстро. 300 штук, думаю, хватит. Давайте пойдем в другую локацию. Направо теперь. Посмотрим, что там. Да, все очень печально. Снежный мир. Ну, погнали. Снеговик такой еще нарисован. Здесь очень важно патроны действительно экономить. Потому что они стоят металла. Металл это у нас как бы ресурсы. И их нужно собирать. И просто так они не валяются где-то там. Они либо валяются, где куча зомби, либо машины всякие разбирать надо и другую технику. Прикольно. Сзади зомби нет, о. Почему сундук взрывается, мне интересно. Потому что там что, взрывчатки полно. Так, ну почти 1000 металла собрали, да хорошо. И дошли до следующей локации, под названием замок. Интересно, что за замок? Ледяной какой-то. Блин, интересная игра. Только надо в нее играть на весь экран, а не в окошке маленьком, как я. Кайфа мало просто. Так, патроны с зомби тоже выпадают, кстати. О, танк! А сесть с него не? Не, как я вижу, мы можем тут все разбирать только на металл. Садиться мы не можем в технику. Жалко, было бы неплохо на танке тут покуролесить. Кстати, днем зомби на нас сами не нападают. Прикольно. Ну что, продержимся еще пару дней. И закончим на этом видео. Не знаю, мне понравилось. Что еще сказать? Действительно достойная игра. Чтобы даже купить. Так, скоро потемнеет, как я вижу, да? Так, винчестер. Ага, тут у нас все, да? А здесь у нас все, конец локации. Ну тогда надо бежать срочно домой. Потому что смотрите, что здесь происходит. Уже закат, а зомби стало в два раза больше. Так, я слышу где-то не слева, и справа тоже. Да, я тоже люблю свою страну, парень. Тут, правда, зомби нет. Ну, в принципе, не за зомби я люблю свою страну. А за всяческие приколы. А, уже ночь! Капец! Да выпендривался я! Реально, да выпендривался! Это что за говно бегает тут? Надо, короче, бежать срочно назад! Капец! Патроны уходят на раз-два! А если... Нет, так не получается! Ну все, кажется, сейчас мы помрем! Нельзя, как я вижу, заходить слишком далеко.
первые дни. Вообще нельзя уходить никуда. Нужно тупо по первой локации, наверное, бегать. Может, максимум по второй. Ну все, мне сейчас хана будет. Я здесь не проживу. Ну да. Вот так вот. Вот так вот. Так, убили мы 209 зараженных. А, тут еще выжившие есть. Прикольно. Прожили всего лишь две ночи. Ну, прикольно. Мне понравилось, честно. Зомби... Ой, зомби. D230. Ну, что сказать. Игра прикольная. Всем, наверное... Как сказать, наверное. Тем, кто любит такие вот простенькие игры, но действительно тут игра не настолько простая, как кажется на первый взгляд. Она трудная. Как вы видите, если забежать далеко в первые ночи, то вас тут просто разорвут на куски, причем какие-то новые зомби постоянно появляются. Это классно. Очень классно. Тут много видов оружия, как я видел, можно будет потом пооткрывать. И в принципе, что сказать. Игра достойная, играйте в нее, скачивайте, не знаю, если ее где-то можно купить в Steam или еще где-то, покупайте ее, потому что она заслуживает своих денег. Ну, конечно, если она там не стоит, как какая-то топовая игра, типа, не знаю, Mass Effect или Rust, или там какой-то как Call of Duty по $20. Но вот если она стоит $5 максимум, то эта цена, в принципе, нормальная для такой игры. Я не нашел, где ее можно купить, и просто скачал. Решил поиграть и вам показать попутно. Ну ладно, на этом, думаю, все. Мои впечатления об игре вы узнали на протяжении 17 минут. Поэтому, с вами был Мистер Чейзер. Подписывайтесь на мой пока что маленький канал. Оставляйте свои доброжелательные и не очень комментарии. Не забывайте ставить палец вверх, вниз, влево, вправо. Куда угодно. Всем спасибо за внимание и пока.